Сидеть. Умри. Хорошо, умнички мои, молодцы. Всем привет! В этом видео я бы хотела вам рассказать, как приучить собаку к контейнеру, щенка или взрослую собаку, а также как по команде собаку научить залазить туда. Поехали! Для начала собаке, конечно же, надо ознакомиться с контейнером. Если у собаки не было никаких дурных ассоциаций с контейнером, то есть вы ее не запирали там, не оставляли на долгое время, то все будет окей, и вы быстро научите этой команде. Если это щенок или взрослая собака, не приученная, никогда не видевшая контейнер, конечно же, учить сразу же не стоит. Ознакомьте ее, и через день-два вы можете начать дрессировку. Как приучить? Конечно же, можете положить туда лакомство, чтобы собака побыстрее залезла в контейнер. Я так и делала с самого начала. Умничка, молодец, хорошо. Хорошо. Я использовала некоторые уловки, чтобы мои собачки побыстрее знакомились с контейнером и побыстрее туда начали залазить. Я через некоторое каждое время ложила туда вкуснятину. И вот они у меня теперь все время туда ходят и смотрят, нет ли там вкусняшки. С самого начала я не закрывала собаку именно на вот этот вот, чтобы не напугать щенка. И чтобы не было, так сказать, дурной ассоциации с контейнером. Умнички, молодцы! Когда собака залазит в контейнер, каждый раз ее хвалите. Хорошо, умнички, молодцы, умнички. Дальше перейдем к тому, как же научить ее по команде туда залазить. Это очень просто. Мика, залезь. Залезь в контейнер. Нет, залезь. Давай. Немножко подталкивайте, но не запихивайте собаку в контейнер. Хвалите только, когда собака находится в контейнере. Залезь. Хорошо, умничка, молодец. Через несколько раз, когда вы будете так ее подталкивать и указывать ей, куда надо пойти, давая определенную голосовую команду, собака поймет и будет залазить сама. Мика, залезь, залезь давай, хорошо. Нет, залезь, залезь. Увеличивайте время собаки в контейнере. Умничка, молодец, хорошо, хорошо. Похвалу сопровождайте одобряющими командами. Хорошо, умничка, молодец. Залезь. Залезь. Хорошо, Мика. Хорошо, Мика. Умничка, молодец. Умничка. Это очень полезный навык, когда вы спешите куда-то, сами собираетесь, чтобы собаку туда не запихивать, даете ей команду, а она туда сама залазит потом. Мика, что там бьете головой? Моника тоже здесь. Моника, ой, какая девка, девка ты. Мика, ко мне. Давай, давай, ко мне. Иди сюда, ко мне. Ко мне. Что такое смущение у тебя? Умничка, молодец, моя, хорошо. Хорошо. Эта команда была одна из самых легких команд, поэтому я думаю, что вы с вашими питомцами очень быстро ее освоите. И на этом все. Желаю вам дальнейших успехов в дрессировке вашего любимца. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, любите своих питомцев и будьте счастливы. Всем пока!